Новый центр диспансеризации, который открылся буквально на днях, оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. Пациенты уже оценили и удобство расположения в отдельном здании на территории Видновской районной клинической больницы. Пройти профилактический осмотр решили депутаты фракции «Единая Россия». Много знакомых было, сказали, что очень удивлены тем, что вот такой хороший центр, что можно прийти спокойно, свободно. Профосмотр занимает в среднем около 45 минут. За это время можно проконсультироваться с терапевтом, измерить рост, вес, артериальное давление, сдать анализы крови, сделать ЭКГ и флюорографию. В ближайшее время в центре можно будет получить более широкий спектр медицинских услуг. Диспансеризация, она не подразумевает специалистов. Это определенный скрининговый метод, направленный на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических заболеваний. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова отметила удобное расположение центра, вежливость персонала и качество медицинских услуг. Нет никаких больших очередей. К доктору можно обратиться, к терапевту, вот я уже успела побывать, с любым вопросом. Сразу дают разъяснение, пояснение, направляют. Результаты профилактического осмотра можно узнать у участкового терапевта. Также работает портал телемедицинской консультации, по которому врач, если необходимо, связывается с пациентом. Информация подгружается на госуслуги. Пациент сам видит по окончанию диспансеризации результат своих обследований и за консультацией возвращается к тому доктору, который его направил на прохождение диспансеризации. Но для того, чтобы это все подгрузилось, человек должен пройти в полном объеме тот объем, который необходим для определенной возрастной группы. Партийцы прошли все этапы обследования и рекомендуют также проверить свое здоровье жителям городского округа. Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.